Всем добрый день! Приготовим фрикадельки под сливками. Я взяла 500 грамм телятины, 500 грамм свинины, 500 грамм лука. Все это перемешиваем, солим, перчим. Ну, естественно, я это все применять не буду, так как у меня еще... Я в таком же готовом виде отправлю все это в морозилку на следующее блюдо. Ну, а дальше оставайтесь с нами, покажу, как делать рулет быстрым способом из лаваша. 300 грамм свиноговяжьего фарша. Шестьдесят грамм панировочных сухарей. 50 грамм сыра. Зелень я взяла джусай. И немного зеленого лука. Все перемешиваем и формируем фрикадельки. Добавляем одно яйцо и все перемешиваем. На растительном масле обжариваем чеснок. Чеснок у меня очень свежий, поэтому я его нарезала достаточно крупно. Ждем, когда обжарится, и добавляем сливки. Чеснок обжарился, теперь добавляем мы немного укропа и сливки. Выливаем сливки. Я взяла 33%, разбавила на 180 миллиграмм, 100 миллиграмм воды, а вы можете взять, конечно же, 20%. Соль, перец по вкусу, можно, конечно, еще добавить приправы, но я готовлю для малыша, поэтому не добавляю. Вы можете положить, конечно. Разбавляем в воде чайную ложку крахмала и выливаем в массу. Теперь, помешивая, доводим до загустения. Заливаем фрикадельки сливочным соусом. Ну вот, достань. И ставим в духовку при температуре 180 градусов на 20-25 минут. Ну вот и все, наше блюдо готово. Такое блюдо понравится не только взрослым, но и маленьким детям. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем пока!